Балдеж. Загрузка. Я прятал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость. Он знал, что и это давление духа, ибо в многой мудрости многие печали. И кто умножает восстание, умножает скорбь. У нас проблема. Я не могу закрепить его память. Слишком сильная психотравма, он отторгает процедуры. Начинай откат. Дезмонд, попробуйте расслабиться. Я попробую его стабилизировать. Сосредоточьтесь. Слушайте мой голос. Все это не по-настоящему. Всего лишь картины из прошлого. Они не принесут вреда. Черт возьми, не работает. Подождите, мисс Стилман. Он приспособится. Первый раз всегда сложно. Мы теряем его. Надо его вытащить. Немедленно. Хорошо, Дезмонд. Мы постараемся вас вытащить. Вы в порядке? Я говорил, что он справится. Ублюдки! Тихо, тихо. Я вам жизнь спас. Жизнь спас? Вы похитили меня. Запихнули в эту штуку. Анимус. Это Анимус. Я даже не знаю вас. Что вы сделали со мной? У вас есть нужные нам сведения, мистер Майлз. Сведения? Я бармен, черт возьми. Что, вы хотели научиться смешивать мартини? Мы знаем, кто вы и что вы. Не понимаю, о чем вы. У нас с вами нет времени на игры. Вы ассасин. И понимаете вы это или нет, у вас есть кое-что нужное тем, на кого я работаю. Оно скрыто у вас в голове. Но я не ассасин. Уже нет. В вашем деле указывается обратное. Говорится что-то о побеге. Очень удачно для нас. Что вам нужно? От вас делать то, что вам говорят. Все остальное сделает Анимус. После этого вы будете свободны. Я не вернусь туда. Тогда мы погрузим вас в кому и продолжим работу. А после этого оставим умирать. Честно говоря, вы сейчас в сознании только потому, что это экономит время. Вы безумны. Так что же, мистер Майлз, жизнь или смерть? Ложитесь. Мудрое решение. Ага. Где я? Вы внутри Анимуса. Что это? Прибор, создающий трехмерное пространство из генетической памяти. Генетической памяти? Что ж, придется заняться его образованием. Ах, что ж, начнем с простого. Что такое память, мистер Майлз? Это воспоминания о событиях прошлого. Личные для человека, наблюдавшего события. Да, конечно. Но тело человека содержит не только личную память, но и воспоминания его далеких предков, то есть генетическую память. Миграция, спячка, размножение. Как животные узнают, что, как и когда им делать? Это всего лишь инстинкты. Вы спорите о терминах, мистер Майлз. Факт остается фактом. Животные используют знания, накопленные предками. Последние 30 лет я пытался понять, каким образом. Я открыл удивительную вещь. Наша ДНК — это архив. В ней содержится не только генетическая информация прошлых поколений, но и их память. Память наших предков. Анимус расшифровывает и считывает эти файлы ДНК. Верно. Но есть сложности. Это участок памяти, нужный нам.
Но когда мы пытаемся открыть его, ваш разум протестует. Вы не способны шагнуть в тело своего предка. Именно это случилось ранее. Вас выкинуло из нужного участка памяти в более стабильное состояние. Почему? Это ваше подсознание. Оно сопротивляется. Также реагируют пациенты под гипнозом, переживающие стрессовые ситуации. Они не могут перейти сразу к нужному участку. Их надо подготовить. И даже это не гарантирует успех. Как же нам быть? Мы нашли участок памяти, в который сможем попасть. Оттуда мы двинемся вперед. Вы будете привыкать к окружению. Это самый близкий к нужному участок. С него мы и начнем. Загружаю программу обучения. Ну, давайте, давайте. Внимание, поток данных нестабилен. Восстановление синхронизации. Приветствую, объект 17. Этот обучающий режим позволит вам ознакомиться с системой управления анимуса. Следуйте указаниям. Шкала синхронизации показывает, насколько ваши действия совпадают с памятью вашего предка. Если вы рассинхронизируетесь, анимус вернет вас в последнюю синхронизированную точку. Сейчас вы опасно близки к рассинхронизации. Следуйте указаниям, чтобы исправить положение. Анимус использует концепцию марионетки для управления вашим предком. Загружаю процедуру адаптации вашего тела к анимусу. Рассмотрим действия по умолчанию для системы управления. Когда вы стоите, используйте кнопку головы для осмотра окружения. Хорошо. Используйте кнопку пустой руки, чтобы пройти через носильщиков и не уронить ничего из их груза. Подойдите к маркеру, чтобы продолжить процесс синхронизации. Угу, у нас начинаются какие-то... Прекрасно. Анимус различает два основных режима. Высокую и низкую стойки. Действия, выполняемые в низкой стойке, социально приемлемы. А в высокой – более агрессивны. Зажмите кнопку высокой стойки и посмотрите, как меняется дисплей и возможности управления. Отлично. Мы продолжим синхронизацию, выполнив несколько действий высокой стойки. Я уже устал от Схватите обучения. Схватите и бросьте этого человека, используя кнопку пустой руки высокой стойки. Хорошо. Кнопка ноги в высокой стойке позволяет вам использовать спринт. Он помогает сбежать от солдат или догнать убегающую цель. Кнопка Не сталкивайтесь плюс с прохожими, пробел. Иначе вы можете потерять равновесие и упасть на землю. Ё-моё. Используя спринт, доберитесь до маркера быстрее соперника. Давай, я тебя быстро сейчас умотаю. У него фальстарт. Да он близко стоит. Давай. Прекрасно. Наконец-то. Анимус выдает вам различную полезную информацию. Значок социального статуса показывает ваш статус в обществе. Подробнее мы рассмотрим его позже. Этот значок появляется, когда на вас смотрит воин. Желтый цвет означает, что он спокоен или подозрителен. Чтобы посмотреть, как меняется уровень, схватите воина и бросьте на леса. Сфокусируйтесь на цели.
Выберите спрятанный клинок. Выбрав клинок, подойдите к солдату и убейте его, нажав кнопку вооруженной руки. Красиво. Воин заметил труп, и его уровень изменился на встревоженный, а цвет значка стал красным. Агрессивные действия и социально неприемлемое поведение в такой ситуации приведут к нападению. Спровоцируйте воина. Убийца! Остановите его! Обратите внимание, что значок статуса поменялся на обнаружен. А теперь используйте лестницу, чтобы скрыться из виду. Вернись сюда! Я знаю, что... Отлично. Вы скрылись из виду. Бегите в сад на крыше, чтобы спрятаться от воина. Хорошо. Значок статуса показывает, что вы спрятались, но воин вас все еще ищет. Подождите, пока статус не изменится снова. А к чертям все это. И так есть чем заняться. Прекрасно. Воин потерял ваш след. Вы теперь анонимны. Можете выйти из укрытия. Отлично. Говорит, и так еще заняться. Когда вы анонимны, синхронизация растет, а выполнять задания становится легче. Вы можете прятаться в самых различных местах. Однако перед этим вы обязательно должны скрыться из вида, а потом уже прятаться. Ну давай, 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 спрячемся. Да я понял, что когда я скрылся из виду, я могу спрятаться. А, скамейка, сток сена, будка. Теперь познакомимся с возможностью смешиваться с толпой. Используя ноги в пассивном режиме, вы можете притвориться монахом, чтобы пройти мимо воинов, не вызывая подозрений. Не вопрос. Дойдите до маркера за воинами. Где мои друзья? Ладно, давай просто с максимизировкой пройдемся. А что с лицами? Хорошо. Мы сюда не маскироваться Вы пришли. Вы полностью синхронизированы, и вам доступна новая возможность «Орлиное зрение». Это шестое чувство позволяет вам узнавать намерения окружающих людей. Прекрасно. Победа. Помните, что эта возможность доступна только при полной синхронизации. Следуя кредо ассасинов, вы сохраните синхронизацию. Кредо состоит из трех принципов. Первый. Не убивать невинных. Второй. Всегда маскироваться. Третий. Не ставить под угрозу клан. Если вы рассинхронизируетесь, вам нужно пережить ключевые моменты из жизни предка или действовать, следуя кредо. Вы успешно завершили обучение. Загружается первый стабильный участок памяти. Наконец-то! Постой. Должен быть другой способ. Этого убивать не обязательно. Отличное не обязательно. Убийство. Удача сопутствует твоему клинку. Неудача, мастерство. Наблюдай, может быть, чему-нибудь научишься. Ага. Например, как забывать обо всем, чему учил нас повелитель. И как бы поступил ты? Я бы не привлекал к нам внимания. Не забирал жизни невиновных. Я бы поступил, следуя кредо. Ничто не истинно, все позволено.
ты поймешь, что означают эти слова. Неважно, как мы выполним задание, мой важен путь результат. Я разведаю путь. Постарайся не опозорить нас. А в чем заключается наше задание? Брат ничего не сказал мне, кроме того, что участие в нем — честь для меня. Повелитель считает, тамплиеры что-то нашли под Храмовой горой. Сокровище? Не знаю. Но повелитель считает находку важной, иначе он не поручил бы мне добыть ее. Ну уже куда ни шло. Пошли разберемся. Так, кнопка 1 и Space. Оп, оп, оп. Легчайший. Не, кстати, графика. Я бы не сказал, что прям режет как-то глаз. Это вообще легко. Это враг. Помечен красным. Так. Зафиксировали. Так, нажмите кнопку 0 для убийства в низкой стойке или удерживайте кнопку 1 для убийства в высокой стойке. Окей, а кнопка 0 это что? Уй-уй-уй-уй-уй-уй. Здесь должно быть это ковчег. Это ковчег Завета? Не будь глупцом, его не существует. Это всего лишь легенда. Тогда что это? Тихо. Кто-то идет. Нам нужно миновать ворота до рассвета. Чем скорее мы его получим, тем скорее сможем заняться этими шакалами в Масиафе. Робер де Сабле, его жизнь моя. Нет, нам поручили забрать сокровища, а Робера убить лишь в случае крайней необходимости. Он стоит у нас на пути. Это необходимо. Благоразумие, Эльтаир. Нет, трусость. Этот человек наш враг, и у нас есть возможность покончить с ним. Ты уже нарушил два правила Кредо. И собираешься нарушить третье. Не подвергай риску братства. Я выше тебя, как по званию, так и по мастерству. Не тебе обсуждать мои решения. Ну что, спускаемся тогда? Я понял. Прыгать он с высоты не хочет. Стойте, тамплиеры. Не у вас одних здесь дело. А, теперь я понимаю, куда пропал мой человек. И что же вам нужно? Кровь. Нет, не надо! Ты ввязался в то, чего тебе не понять, ассасин. Я пощажу тебя, но лишь за тем, чтобы ты вернулся к своему хозяину и передал. Святая земля потеряна для него навсегда. Бегите, пока не поздно. Если останетесь здесь, вы все умрете. Солдаты, к оружию! Убить ассасинов! По-моему, мы немножко подставили пацанов. Тыги-дыги-дыги-дык-тыги-дык-тыги-дык. Так, нам показали единственный выход. Да, надо что-то с чувствительностью сделать, потому что... О, все? Так просто? Ну все, я тут. Переход прикольный. Прям такой
Ой-ой-ой. Давай, 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 лезь. Переход к более позднему участку памяти. Альтаир, ты вернулся. Рауль. Здорово. Рад видеть тебя невредимым. Задание прошло успешно? Повелитель в башне? Да-да, как всегда, зарылся в книге. Похоже, ждет тебя. Спасибо, брат. Покоя и мира, Альтаир. И тебе также. Ну, кстати, на самом деле не все так плохо с графикой, как могло показаться изначально. Так, ладно, будут ножи, потом подрегулируем. Куда он так спешит? Ой, это русская озвучка. А карта есть? Так, пока что. Что беспокоит его? Да ничего, я могу идти, конечно, но это займет немножко. Кто-то гонится за ним? Наверное, все-таки мне не стоит здесь прыгать. Непривычно, конечно, бежать с правой кнопкой мышцы. Интересно, куда это? Похоже, он куда-то очень спешит. Да, вы издеваетесь. Я знаю, что я, конечно. Что беспокоит его? Да ничего, все. Так, показали нам красивую заставочку. Похоже, за ним кто-то гонится. Чё вы? Надо же, он вернулся. Аббас. Где остальные? Ты всех обогнал, чтобы быть первым? Знаю, ты не любишь делиться славой. Молчание — знак согласия. Тебе что, делать нечего? У меня сообщение от повелителя. Он ждет тебя в библиотеке. И лучше поторопись. Тебе сейчас нужно вылизывать ему башмаки. Еще одно слово, и я перережу тебе горло. На это у тебя будет время позже, брат. Ля, какой я такой уверенный, самый эгоистичный. Вообще никого не ставлю. А чего ты такой уверенный не был, когда тебе... для нас. Когда тебе люля давали. Повелитель ждет. Так, ну... Есть опыт. Я знаю, что куда-то сюда. Альтаир. Повелитель. Подойди, расскажи о своем задании. Полагаю, ты добыл сокровища тамплиеров? Возникли сложности, повелитель. Робер де Сабле был не один. Дело прошло, как мы ожидали. Наше умение приспосабливаться делает нас сильными. На этот раз его было недостаточно. То есть... Я подвел вас. Сокровище? Потеряно. Робер? Сбежал. Я послал тебя, моего лучшего человека, на задание, важнее которого еще у нас не было. А ты возвращаешься с одними извинениями? Я... Молчать! Ни единого слова! Такого я от тебя не ждал. Надо собрать новый отряд. Я клянусь, что найду его. Я пойду и... Нет, не пойдешь. Ты сделал достаточно. Где Малик и Кадар? Мертвы. Нет. Не мертвы. Малик? Я выжил. А твой брат? Пал. Из-за тебя. Робер вытянул меня из комнаты. Я не мог вернуться. Ничего не мог сделать. Потому что ты не слушал меня. Всего этого можно было избежать. А мой брат... Мой брат был бы жив. Твое неумение чуть не стоило нам победы.
Чуть. Я достал то, чего не смог добыть ваш любимчик. Вот. Возьми. Но похоже, что я вернулся не только с сокровищем. Повелитель, нас атакуют! Люди Робера де Сабле обложили Мосиаф! Он ищет битвы? Хорошо. Мы дадим ему бой. Сообщи остальным. Пусть крепость подготовится. Что же до тебя, Альтаир? Наш разговор придется отложить. Ступай в деревню. Уничтожь захватчиков, напавших на наш дом. Будет сделано. Перемотка на более поздний участок памяти. Как же нас сейчас отпылесосили, мама мия. Что-то он был такой наглый-наглый, а пришел к хозяину и все. Альтаир, хорошо, что ты пришел, нужна твоя помощь. Что случилось? Тамплиеры. Они напали на деревню. Большинству селян удалось сбежать, но не всем. Что от меня требуется? Отвлеки рыцарей, займи их, пока я буду спасать тех, кто угодил в ловушку. Хорошо. Ну, сразу разговаривать по-другому начал. На, вниз. Побежали, побежали. Так, спрятанный кулак. Так, нам нужно 3. Остановите! Убейте его! Остановите его! Так. Нажимать F для входа и выхода в режим сражения. За ним! Скорее! Убейте! На помощь! Он должен устать! Ты! Как ты это сделал? Ой-ой-ой! Ты умрешь здесь и сейчас! Сюда! Так меня не уйдешь! Он хочет убить меня! Балдеж. Не, чего, красивая анимация, да, блин. Эти контратаки, все. Это было легчайше. Блин, только к бегу не могу привыкнуть. Я привык на shift бегать. Да, самое время сейчас спрятаться. Перемотка на более поздний участок памяти. Нам дальше люля получается, так понимаю, да? Он бежит от кого-то? Альтаир, сюда! Аль-Муалим еще не закончил. Куда мы идем? Наверх. Мы приготовили сюрприз для наших гостей. Делай все то же, что и я. Скоро ты все поймешь. Что происходит? От кого он убегает? Ни от кого я уже не убегаю. Так, ну, надо, наверное, за ним следовать. Он задумал недоброе. Ну, я не могу камеру выше поднять. Встань на эту платформу, Альтаир. Сейчас будет еще один легендарный момент. Еретик! Верни то, что украл у меня!
Ты не получишь этого, Робер. Убирайся отсюда, пока твои оставшиеся люди еще целы. Ты ведешь опасную игру! Уверяю тебя, это не игра. Да будет так! Привести заложника! Ваша деревня разрушена, а запасы не безграничны. Сколько тебе еще нужно времени, чтобы твои люди взбунтовались от того, что колодцы пересохли, а еда закончилась? Мои люди не боятся смерти, Роберт. Они рады ей и награде, что она несет. Хорошо. Смерть они и получат. Иди за мной и отбрось сомнения. Пусть этот рыцарь увидит, что в нас нет страха. К Богу! Моя нога! Моя нога! Тихо. Тамплиеры услышат. Я останусь с ним и помогу. Дальше пойдешь один. Канаты приведут тебя к ловушке, которую мы установили. Обрушь смерть на головы врагов. Окей. Так, используйте, чтобы ходить по балкам. Это легче делать в низкой стойке. Окей. Да и высокая это нормально, в принципе. Не, ну вот вариант спринт мне не очень нравится. Куда нам? Куда-то туда, наверное. Да, там дорожка заканчивается. А, вон залезть можно. Так, держите кнопку 1 и Space. Перемещайтесь в сторону стены, чтобы начать карабкаться. Для выбора направления используйте. Блин, ну вот это вот адаптация под джойстик, когда ты камерой непонятно как крутишь. Кстати, вот лазит он очень похоже, как даже в новых частях. А, он уже может запрыгивать? Обалдеть. А атака кого? Ты помог нам дать отпор Роберу. Его силы разбиты, и он еще долго не посмеет беспокоить нас. Скажи мне, ты понимаешь, почему сейчас ты добился успеха? Ты слушал. Но если бы ты слушал тогда, в храме Соломона, всего этого можно было бы избежать. Я поступал как приказано. Нет, ты поступал так, как тебе хотелось. Малик все рассказал мне. Ты свернул с нашего пути. Что вы делаете? У нас есть закон. Нас не было бы, если бы мы не подчинялись кредо ассасинов. Три простых правила, которые ты забыл. Но я напомню. Первое и главное. Не позволяй клинку поразить невиновного. Я знаю. И не позволяй себе говорить, пока я не спрошу тебя. Если ты знаешь это правило, почему ты убил того старика в храме? Он был невиновен и не должен был умереть. Твоя наглость не знает границ.
Найди в своем сердце смирение, дитя. Иначе я вырву его голыми руками. Второе правило дает нам нашу силу. Скрывайся на виду у всех. Стань незаметным, одним из толпы. Помнишь? Но мне рассказали, что ты выдал себя, привлек к себе внимание до того, как нанес удар. И третье, и последнее правило. Нарушив его, ты совершил самый страшный поступок. Никогда не подставлять под удар братство. Нельзя причинять вред братству своими действиями. Но то, что ты сказал, поставило нас всех под угрозу. И что еще хуже, ты привел врагов в наш дом. Все, кого мы потеряли сегодня, на твоей совести. Мне жаль, поверь. Но я не потерплю предательства. Я не предатель. Твои действия говорят о другом. Ты не оставляешь мне выбора. Мир над тобою, Альтаир. Не, ну вообще по факту разложил. Он приспосабливается намного лучше, чем все остальные. Я все еще вытаскиваю его. Он пробыл там слишком долго. Подожди! Мы слишком далеко от того, что нам нужно. Рисковать нельзя. Как насчет еще часа или двух? Почему бы нам не обсудить это в конференц-зале? Дадим Дезмонту размять ноги. Я не понимаю, зачем. Уоррен, пожалуйста. Хорошо. Но больше всего не люблю в ставках по Ассасину. Вот это вот, когда ты в реальность переходишь. Сейчас надо просто будет пойти, поспать, отдохнуть. Двери-то металлические и закрытые. Пошли хоть их подслушаем. Все, пошло по второму кругу. Классное действие. Мне не нравится, что ты споришь со мной на глазах у пленника. Этому есть название. Нарушение субординации. А мне не нравится, что ты хочешь убить его, прежде чем мы закончим работу. Этому есть название. И название это глупость. Люси, это не мое решение. Не я устанавливаю сроки. Но я достаточно удан, чтобы не спорить. Ты же не хочешь закончить, как Лейла? Я знаю, что этот случай всех переполошил. И поэтому у нас нет времени возиться с ним. Если ты будешь нажимать слишком сильно, он закроется, и у нас ничего не останется. У нас ничего и нет. Но будет. Надо верить в свои силы. Отлично. Но я хочу, чтобы ты нашла способ держать его там дольше. Мы так, не все, можем хватит это слышать. Раз, когда он чихнет. Нам и так приходится смотреть всю эту бесполезную чушь. Я сделаю, что смогу. Так, мы послушали, а здесь действие есть. Ну, конечно, здесь тебе ничего не надо, да? Дьявол, даже не переодеться. Ага, скинчиков нету, да? 2008 год. А что еще я могу сделать? Может, я поспать могу?
Вообще ничего здесь не могу. Шо, пошли еще куда-нибудь сходу. Ну ты настолько, конечно, по-царски ходишь, а? Ты бармен, ты должен летать. Ничего не могу тут взять. Ничего не могу тут взять. Давай еще к тому туда подойдем. Панели, может, там можно какой-то проводок выдернуть. На сегодня все, мистер Майлз. Сейчас вы вернетесь в комнату и отдохнете. Я сейчас к вам пойду. Ага, пошел я к вам. Все, пошли в комнату. Как будто мне еще куда-то можно идти. В смысле? Комната закрыта. А, вы тут все неторопливо ходите, да, такие, ну, чисто на расслабоне. Меня за тобой идти? Не, круто. Только у меня комната закрыта. Или я могу ее открыть сам? Ё-моё. Черт, они заперли дверь. А я тебе говорил, что все двери закрыты. А ты чуть ходишь. Все, настоящий здоровый сон. Просыпаться и видеть, что вы стоите надо мной, немного жутковато. Смотрели, как я сплю? Мы всегда наблюдаем за вами, поднимайтесь. У нас много работы. Кого же мне придется убить сегодня? Я думаю, обойдемся без надменности. Ваши предки шли почти верным путем, мистер Майлз. Если смерть нескольких злых людей может спасти тысячи, это лишь малая жертва. Почему почти верным? Они зашли недостаточно далеко. Приведу аналогию. Коррупция, словно рак. Если вырезать метастазы, но не тронуть источник, то ты всего лишь оттянешь время. А излечение можно добиться лишь систематическими мерами. Химиотерапия, Дамас. Обучение. А вернее, переобучение. Но это нелегко. И не всегда работает. Дайте догадаюсь. У вас есть идея получше. Что же это? Так я вам и сказал. Пошли уже в анонимус. Так. Продолжить. Если у вас закончились ножи, вы можете взять мне. Жив? Но вы ударили меня. Я чувствовал дыхание смерти. Ты видел то, что хотел показать тебе я. А потом ты спал сном мертвеца. Сном младенца в чреве. Чтобы переродиться и проснуться. Для чего? Ты помнишь, Альтаир, ради чего сражаются ассасины? Ради мира. Во всем. Да, во всем. Недостаточно остановить насилие человека над человеком. Мир должен быть и внутри людей. Не бывает одного без другого. Так сказано. Так и есть. Но ты, сын мой, не обрел внутреннего мира. Это проявляется в твоей грубости и самоуверенности. Разве не вы сказали, что ничто не истина и все позволено? Ты не понимаешь, что означает эта фраза. Ее смысл не в том, что ты можешь делать все, что вздумается. Это знание, которое направляет нас. Оно требует мудрости, которой тебе не хватает. Так что же будет со мной? Можно было бы убить тебя за то, что произошло. Малик считает, что это справедливо. Твоя жизнь за жизнь братьев. Но так бы мы потеряли время и твой талант. Сейчас ты лишен всех привилегий и своего звания. Ты вновь стал новичком. Ребенком. Как в тот день, когда впервые пришел в наш орден. Я предлагаю тебе искупить вину. Заслужить путь назад
в ряды братства. Вы что-то задумали? Ты должен доказать, что помнишь, как быть настоящим ассасином. Хотите, чтобы я забрал жизнь? Нет, пока нет. Для начала ты вновь станешь простым учеником. Но зачем мне это? Твои цели за тебя выслеживали другие, но с этого дня ты сам будешь искать их. Как скажете. Именно. Итак, что я должен сделать? Нас предали. Кто-то помогал Роберу де Сабле. Кто-то из нас. Ты должен найти его и привести ко мне для допроса. Что вы знаете о предателе? Я рассказал все, что мне известно. Остальное — твоя задача. Меч забрали. Метательные ножи забрали. Клинок, я так понимаю, тоже забрали, да? Вас понизили на потерянное оружие, короткий клинок. Все потеряно. Потеряна способность толчок, схватиться. Способ балансировка, уклонение. Дополнительные ножи. Потеряна способность пробивания защиты. Короче, все. Ну, хоть пех не забрали, и на том спасибо. От кого бежит этот глупец? Мира и покоя, Альтаир. Ты на моем пути. Да. Аль-Муалим попросил меня напомнить тебе, как мы выслеживаем жертву. Я знаю, как это делается. Возможно, но у меня приказ. Тогда поскорей. Ассасины используют несколько методов поиска. Знаю. Мы можем подслушивать, красть или выбивать сведения силой. Именно так. Значит, я должен выявить предателя, используя эти методы? Да. Начни с деревенского рынка. Там мы заметили его в первый раз. Ты знаешь, кто это? Возможно. Тогда скажи мне имя, и мы закончим. Нет, так не получится. Ступай. И помни, начни поиски с деревенского рынка. Окей, let's go. Ой, а со здоровьем-то что? Где все полоски здоровья? Обокрали! Он куда-то спешит. Почему он так спешит? Он бежит от кого-то. Так, нам нужно подслушать. Чего это, скорее всего, сесть на лавочку. Подслушать, кто там о чем разговаривает. Куда он пошел? Не стоит ему так бегать. Сорян, врезался. Эй! Да не кричи ты! Он бежит, кажется, от кого-то, кто-то гонится. Эти фразы начинают надоедать потихо. А как они могли забрать способность там ухватиться за уступ? Так, послушайте на скамейку, зафиксируйте те, чтобы начать подслушивать. Понял, нужно именно на скамейку сесть. Окей. Я точно видел. Масун открыл ворота. Он впустил тамплиеров. Расскажи об этом Аль-Муалиму. Нет, Масун действовал не один. Кто-то в крепости помог ему. Откуда ты знаешь? Он обменивается с кем-то письмами. Их переносит корзинщик. Это не причина молчать. Ах, корзинщик принес ему письмо прямо перед атакой. Думаю, открыть ворота ему приказали. Тогда поговори с корзинщиком и выясни, с кем переписывается Масун. Он пропал. Прячется, чтобы избежать расспросов. Ха! Не иначе в одной из своих же корзин. Наследование за что? Найти корзинщика. Окей, let's go. Так, ну карты здесь еще. Да, здесь карты еще нет. Так, let's go, погнали нам куда-то туда. Упс. Вот как можно быть таким беспечным? От кого он бежит? Так, нажмите F для активации задания кражи.
Пожалуйста, хоть одну. Мы все потеряли во время нападения, и нам негде хранить зерно. Я сейчас не могу. Я занят. Из-за письма? Какого письма? Того, что ты получил, когда я пришла. Плохие новости. Не понимаю, о чем ты. Я постараюсь что-нибудь сделать, но сейчас мне нужно побыть одному. Приходи потом. Как скажешь. Удерживайте shift в низкой стойке, чтобы обокрасть. Так. Найти Масуна у Кипариса. Хорошо, это выполнено. Все так посматривают. Сорок метров туда. И... Да что ж ты так бегаешь? Наверное, опаздываю, если они опять начнут. Я вижу, как ты на меня смотришь. Это больно. Знаю, больше ты, что ты скажешь. Предатель? Я не предатель. Это Аль-Муалим предал. Ты чего это делаешь? Ты увидишь. Так, забраться ты не смог. Оп, смог. На пороге между этим миром и новым, где мы все сможем жить как равные, но такие, как Аль-Муалим, стремятся разрушить мечту. Задание допроса. Ты увидишь, скоро вам всем откроется истина. Мы стоим на пороге. Пороге между этим миром и новым, где мы все сможем жить как равные, но такие, как Аль-Муалим, стремятся разрушить мечту. Сегодняшняя атака была первой из многих, что последуют, если мы вместе не поднимемся против безумца из Масиафа. Остановим его ложь! Так, допрос. Последуйте за оратором в уединенное место и избейте его, пока он не заговорит. Наконец-то. Маскировка. Нам надо в укромное местечко с мужчиной залететь. А, ну тут дяденька, тебе уже никто не поможет. А как? Хватит! Я скажу! Я скажу! Говори поскорее. Мне не нужны твои игры. Почему ты предал нас? Кому ты служишь? Мы служим тамплиерам. Они сражаются за правое дело. Мы? Джамаль. Он рассказал мне об их замысле и приказал открыть ворота. Ты предал нас. Нас, назвавших тебя братом и укрывших от бед. Я сделал то, что считал нужным. И я не боюсь умереть за правое дело. Не мне решать твою судьбу. Это сделает Аль-Муалим. Перемотка на более поздний участок памяти. Тебя обвиняют в том, что ты предал братство и открыл дорогу врагу. Как ты ответишь на эти обвинения? Не отрицаю. Я горд тем, что сделал, и жалею лишь, что мы не добились успеха. Я предлагаю тебе покаяться, отречься от зла в твоем сердце. В моем сердце лишь истина. Мне не в чем каяться. Тогда ты умрешь.
Ты справился, Альтаир, и заслужил право вновь носить клинок. Что будет с тем, который ему помогал? Увидим. Кто-то предает из невежества и страха. Таких людей можно спасти. Воля же других искажена. Их разум отравлен и испорчен. Таких нужно уничтожать. Скоро мы узнаем, к какому типу относился Джамаль. Я прошел испытание. Что дальше? Прошел. Дитя мое, мы только начали. У меня есть список. В нем 9 имен. 9 человек, которые должны умереть. Они как чума. Они разжигают войну. Своей властью они отравляют землю. Из-за них продолжаются крестовые походы. Ты убьешь их. И посеешь семена мира. Как в стране, так и в самом себе. И тогда ты обретешь прощение. 9 жизней в обмен на мою. Думаю, это щедрое предложение. У тебя есть вопросы? 1. С кого начинать? Отправляйся в Дамаск. Найди торговца на черном рынке по имени Тамир. Он станет первой жертвой. Когда прибудешь в город, найди местное бюро братства. Я пошлю голубя, чтобы сообщить Рафику о твоем прибытии. Поговори с ним. Увидишь, он тебе поможет. Если это необходимо? Да. Ты не можешь приступить к заданию без его разрешения. Что? Мне не нужно ничье разрешение. Это потеря времени. Это цена, которую ты платишь за свои ошибки. Ты отвечаешь не только передо мной, но и перед всем братством. Хорошо. Собери снаряжение и иди. Докажи, что не потерян для нас. Да, уже снаряжение на столе лежало. Так, клинок есть. Клинок и меч нам вернули, хорошо. Получено новое оружие. Меч 3. Спрятанный клинок 2. Можете потренироваться во дворе. Let's go. Альтаир, похоже, мои ученики не вполне понимают, как нужно обращаться с клинком. Может, ты покажешь им? Давай, поехали. А, у меня теперь нету. Ну, давай, давай. Так, нажмите кнопку 0 для атаки, затем еще раз, как только меч коснется врага. Но нажмите кнопку 0. Ну,
Но. Давай, идем. Ой, а что это с тобой? Я понял, ну, скорее всего, все, да? Понимаю, у тебя много дел. Рублю голову. Сейчас ты так. Давай комбо убийство посмотрим. Нажмите кнопку на для атаки. Затем нажмите кнопку на еще раз, как только меч коснется врага. И ничего не происходит. Короче, все. Входа и выхода. Понимаю, у тебя много дел. Верно, сейчас ты умрешь. А если тренировочный бой, что будет? А, нападать. Это вообще не нападать. А вы вообще будете меня? Держите кнопку E для медленной и сильной атаки. После этого отпустите кнопку, чтобы... Короче, понимаю, все понятно. У тебя много дел. Задержать сильный удар, ляпнуть. Просто не так. Выход из обучения. Покинуть понимаю, обучение. Понимаю, у тебя много дел. Поэтому мне пора. Так, я уже по этой дороге устал бегать. Туда-сюда ношусь и все. Похоже. Ой, я тут могу спрыгнуть? Могу. Круто. Эти однотипные улочки. Отправляйся, отправляйся. Да. Мимо солдат со спейс, чтобы не вызывать подозрения. Хорошо. Вот это скорость. Кнопка 1, Space.
Легчайше. Едем, едем в соседнее село.